приятно, когда, кажется, ты вышел с новой для себя заброшки. Выбрался на дорогу и вдалеке через деревья видел пустые окна другого дома. И сразу же, короче, идешь дальше, ходишь еще следующую заброшку. Это плюс ходить на забросы в новых городах. Когда ты еще нигде не был, ты еще ничего не знаешь, тебе все интересно. Вот. И вот с вами еще в какой-то жопе. Попробуем пробраться, не провалиться. Вам это лучше сделать через здание. Мне прям пиздец, короче, не теплица. Я нашел еще одну заброшенную теплицу. А это уже, по всей видимости, принадлежало тур. Туберкулезному диспансеру ранее бакса. И она более старая. Пахнет подполом. О, наверху есть свет. Так. Как вам, короче, не скатиться с этих ступенек, потому что даже у вас видно, что они блестят. Хорошо, что тут есть перила. Симпатично. Похоже, если честно, на какую-то коммуналку. Хотя, судя по казенным знакам, все же это было какое-то... О, это сортир. Общественное место. Остатки кровати. О, можно попрыгать. Только неосторожный прыжок может провалить меня вниз. Какое симпатичное солнце. Так, тут, походу, дело кто-то жил. Так, все, здание закончилось. Сейчас рядом находится здание туберкулезного диспансера. И я предположу, что это здание, в котором мы сейчас находимся, тоже когда-то принадлежало ему. И рядом есть еще теплица, в которую мы сейчас с вами сходим и посмотрим. Я думаю, это все входило в один комплекс. И судя по этому зданию, оно было, знаете, такое полуказенное, полуживое, потому что видно, что тут какие-то мастерские, какие-то общественные туалеты. Ну, возможно, тут жили сотрудники, то есть это была банально общага. Пойдемте смотреть теплицу. Я вот решил еще спуститься вниз на первый этаж этого здания. Там, где я думал, что сначала просто закрытый тупик, казалось, что тут какой-то хлев или что-то такое. То есть, наверное, держали куриц, чтобы обеспечивать свежими яйцами. Вот, а сверху был, соответственно, служащий персонал. Такая небольшая персональная ферма. Окна, главное, заколочены, дверь открыта, практически с табличкой welcome. Ну, не будем заставлять себя ждать и зайдем. Ага. Тоже, как в предыдущем выпуске, две теплицы, объединенные одной хозпостройкой. Ну, тут все такое более старое, так, интересно, что я видел тут, короче, прикольно, смотри. Жалюзи железные. Сортир. Я тут видел где-то печь. Печь торчала. Хм. Это интересно. Я сверху явно видел
печную трубу. Но самой печи я не вижу. Может, это... Интересно. Эти теплицы получились какие-то такие пустые. Видно, что они более старые. Соответственно, внутри уже нечему осталось расти. Почему-то это все убрали, то есть никакие гряды. Топления тут не было. Странно, что сама конструкция все еще осталась. Как так вообще получилось? Небольшой трип по заброшенным теплицам Пушкина. В Пушкине, кстати, есть большой агроинститут. Видимо, с этим связано то, что тут так много теплиц. Потому что я знаю, как минимум, еще одни теплицы заброшенные. Возможно, даже две. Вот. А одни точно есть, они еще царских времен. И причем находятся далеко, но они на территории, поэтому не факт, что мы туда попадем.